Ребят, меня зовут FlakeGK. А меня Гличстом. И добро пожаловать в игру под названием Майнкрафт в нереальные похождения. О, да. Ну что ж, ребята, в предыдущей серии мы закончили таки наш рай. Рай 2. И у нас открылся новый портал в мир под названием Candy Craft, который мы... Где он? А вот, вот. Candy Craft, ребята. И знаете что? Наша сборочка обновилась, и мы решили обновиться, потому что, ребята, там надпись такая была, то что, обновив сборку, вы не можете играть в предыдущих мирах. Но так как мы прошли Айзер 2, нам не страшно обновление. Но, дорогие друзья, сегодня в книжечке мы посмотрели и увидели, что у нас завершено на 90%. Но как так? Мы же прошли все. Да, ребята, у нас добавили новый квест под названием Unnamed. Нам нужно сделать Healing Stone, который делается с помощью обычных Hollow Stone'ов. И наше задание последнее, которое мы сделали, оно повторяющееся. То есть его можно проходить сколько угодно. То есть там можно получать вот эти призы бесконечно. Но мы это, к сожалению, не будем делать. Если мы захотим нафармить что-то крутое, то мы, наверное, сделаем. Но, в любом случае, ребят, мы вернемся сейчас в Айзер. Так, здрасте. Перед тем, как... Сейчас, я не хочу эту музыку слушать, я отсюда. Ой, а давай это все заберем, а то мне как-то... Да, я поэтому и сказал, сейчас мы... Эта херня не ломается? Какая херня? Вот это. Короче, ладно. Ребята, в любом случае, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Сейчас мы для Candy Craft сделаем то, что нам очень сильно поможет в будущем. Первое, это броня. Второе, это сильные мечи и мечи на добывание, потому что, как вы знаете, что тут мечи магические, они очень крутые. Они дают нам... Вау, а что меня очень сильно подкидывают, кстати, и очень больно. Короче... Я сейчас умру, я от них умру сейчас, отвечаю. Убей их, пожалуйста! А ты у нас тут крутой, с броней. Ходит он мне тут, давай ты дам мне броню. Все, я пока возьму Holy Stone, обычный камень, вот Holy Stone. Джонни, один вопрос. Что? Это, здесь бэкпаки есть? Бэкпаки? Подожди. Да. Вау! Есть? Не знаю. В смысле? Подожди, мне на минуту дали, я думал на бесконечно дали. Чего дали? Я, короче, вот этот Holy Stone, я думаю, блин, из-за этого... Вот, я сделал дофигища уже Holy Stone'ов, мы выполнили задание. И уйди, пожалуйста, оттуда я не могу нормально скрафтить! Все. Да уйди ты отсюда! Я ухожу! На, поешь! И квест выполни заодно. А что, это сожрать надо? Да, и выполнить квест, мы все квесты... Сони! Как он называется? Сумку надо посмотреть! А нету сумок! В смысле нету? Короче, фигня выпала, ладно. Да, хватит, пожалуйста, нормально общались. Какие же. Какие нахер очки? Нормально общались, зачем сейчас такую фигню говорить? Джонни, есть, братан. Ой, нормальный парень, смотрите. На, у тебя нету башки, на, я тебе отдам. Спасибо. Очкочки. Ой, как раз под меня, как, где они? О, нормально. У тебя, кстати, скина нету, но ты в это... Два очка теперь у меня. Два очка. Так. Хорошо, да. Ребят, смотрите, в любом случае у нас есть очень-очень много зонита. Во-первых, давай делаем броню зонитую. Хотите нафиг? Да зачем? Просто оставим на кирке и на вот эти. Звук меня бесит, он заглушает музыку на заднем плане. Вы, ребят, слышите, да? Вот тут что за фигня? Да. Забирай все самое важное. Смотри, мы просто забирай дерево. Ударь его, пожалуйста. Да дерево мы накопать сможем, но дерево. Вот, Healing Stone, кстати, мы возьмем... не хочу. Стак Healing Stone, весь амброзиум сейчас мы здесь потратим. Нафиг он нам вообще нужен? Лол, поглощение в смысле? В смысле поглощение? Ну что, урон не получаем? А, лол, это у меня просто ботинки такие. Умник. Сейчас я много Healing Stone сделаю. Эх, мир. Прощай. Не, грушу я не оставлю. Надо же кого-то бить. Короче, тупо, знаешь, тупо можно дерево забрать и... Ну, кстати, в любом случае можно сюда приходить и дорубать. Я лампы не буду брать. Да ничего, я думаю, нам просто нужно дерево, чтобы делать крутые вещи. Да, все, дерево забирай. У меня места нет. Занит просто. Вообще нету места? Вообще. Даже для занита, да? Что это за человек такой? Занит я взял. Лампу возьмем вот эту, которая очень много дает. Да боже мой! Надо посох еще взять. Сейчас, я, ребят. Взял все посох. Так, окей. Ну, если что, мы сюда можем вернуться, в любом случае, забрать что-то и. Так, все взял. Слизь надо будет забрать. Ух, все, Blaze Powder. Ну, да, возьмем, хорошо. Подарки нафиг.
Все. Шерсть. Кровать у нас есть? Нет. У нас кровати, кстати, нет. Барабаны я не оставлю, я ими тебя пугаю. Да забей, не надо. Зачем? Я ими тебя пугаю. Так, карпентер пусть будет. Столик не заберем? Не, зачем столик? Там же совсем другие квесты будут. Так, и все. В принципе, ничего такого ценного нету больше. Нам главное, чтобы был Skyroot. Занят взял, да? Да, я все взял. Все, отлично, пошли. Так, и 5. Пошли. Сейчас без меня только не заходи, окей. Ну что ж, ребята. Окунаемся в Candy Craft. Поехали. Давай. Так, сейчас, наверное, генерация мира будет, бла-бла-бла, генерация ланжа. О, все. Так. Ой, воу! А! What the fuck? Ай! Кто меня бьет? Кто меня бьет? Меня никто не бьет. Тихо. Меня, кстати, тут подлагивает почему-то. Что это такое? Да, кстати, ты немножко. Да, я тоже летаю, походу. Нет, не летаю в плане FPS-ов. Что там? Я понял. По FPS-ам. По FPS-ам не видно. Ладно. А, видно, 200 FPS. Подожди, что это? Уголь. Давай сначала лучше выйдем наверх, а если что, эту шахту оставим. Давай, так. Ты где? Так, я тебя вижу. Все. Да, реально. А, ну, ребят, вы в любом случае. Вау. Ладно, я хочу сначала выбраться, потом все посмотреть. А, ребят, для вас, наверное, лагов не будет никаких, потому что, ну, вы видите, все намного плавнее. А я буду чуть-чуть страдать лагами. Все, что за херня? Что это такое вообще? Пошли наверх выбираться, тупо вот так. Сейчас, 2 секунды, мне просто интересно. Что там? Хона и шарт. Так. Оп. О, лол, что? Я сейчас подумал, что это? Что? Этот... Я забыл, как по-русски за слово. Мёд. Мёд? Да. А мёд? В смысле, ты где? Ненавижу мёд. Я наверх иду, ты сейчас телепортнёшься, может, даже просто так ко мне. А, да, точно. А ты что, наверху? Я наверх пробираюсь потихоньку. Кстати, странно очень, что мы в шахте окунулись. Так, давай. Окунулись. Рано еще. О, да, поднимайся. Я что-то пошло пока. О, я офф слышу. Я сейчас на миникарту смотрю, тут розовая. Ой, слышишь? Да, я, кстати, тоже вижу. Вау. Поднялся? Да. Все, телепортируюсь. Я телепортируюсь. Ночь. Вау, кто это? О, мой бог. Кто это? Смотри. Какой-то маленький. Подожди, я его мечом. Давай убьем. Давай убьем. Иди сюда. Вау, ниндзя! Ямакаси! Ой, выбил. Мой меч. Ладно, подобрал. 5 дамага. Ну, и чё? И больше ничего? Лол, это кто? Это Short Sword. Ой, зайчики. О, зайчики, да, реально. Стой, ну-ка. Тварь. Ну-ка, умри. Где? Подожди, с них что-то упало. У меня ничего что-то не упало. Что упало? Ты взял. Я сейчас паду. Я не брал, у меня места нету. Как кстати, деревянными лучше брать, потому что 2 падает. Вот, что-то выпало. Ну-ка, что там? Так, ладно. Да, ну зачем? А, ой, извини. Я реально не смотрел, я просто бежал. На, тут какие-то гимы и что-то там. Сейчас. Фигня. Ну-ка. Свиньи! Где это? Гамми, это, короче, просто конфетки. Вау, конфетки. Чё? Свиньи бьются! Чё, серьезно? О, тут можешь... А, чё они? Короче, много всего скрафтим. О, свиньи бьют. Да. Деревянные мечи нужно тебе сделать, чтобы... Мясо, мясо, давайте мясо, мясо, мясо. Вау, реально дерутся. Так. Ой, тут палки с них падают. Палки? А, вот эти новогодние такие. Забили свиньи. Тут у тебя броня, чё ты боишься? У меня-то понятно дело. Вот пол, это... 6. Сейчас я еще подберу. Что ты кровать выкинул, больной, что кровать? Ли? Это не кровать. Это кровать. Это не кровать. Поспорим? Давай. Ща. А! Я думал, это... Так мы спать можем? Ну ладно. Джонни, ну ты понимаешь, да, о чем я? О, смотри, я не знаю. Реально, давай поспим тут. Так сказать... Стоп. А где у нас портал в другой мир будет? То место надо было сохранить. Так. Ну а где оно? Где мы выбрались? Ну иди ищи. А чё я искать сразу должен, а? В смысле, чё я должен искать? О, вот здесь, искать? По-моему, вот здесь, потому что чё-то... Давай, ищи там. Ну-ка. У нас нету, да, этих... Кэнди. Надеюсь, здесь, короче, всё. Короче, если чё, я здесь точку делаю. Что с пауканом? Портал. Всё. Прикинь, я бью паукана, а меня бьет свинья. Паукан не отвечает. Телепортнись ко мне. Я не могу. Вон ты. Ну все, ну что, пешком пойду, зачем телепортнуться? Ты что, дурак что ли? Я посмотри, не понял! Тихо! Ладно, что? Вау. Смотри, какой он няшный. Посмотри на его туловище. Куда ты смотреть? Вандал. Ой, тут дерево. Короче, знаешь, что первым делом нужно сделать? Не знаю. Надо, знаешь. Пам-пам. Что ты там сделал? Сундучок.
Ух, да, точно. Мы сейчас все сложим. Давайте сейчас уже квесты, ребят, смотрите, потихоньку начинать их выполнять. Так, квестбук. Так, my sweet tooth. Мой крутой, так. Sugar Factory. Нам нужно сделать сахарную фабрику. Sugar Factory, вот. Marshmallow stick. Marshmallow sugar, what the fuck. А, дерево. Так, делается из... Тихо, дерево. Это лакарит. Ага, это типа уголь наш. Sugar furnace. Там нужно сделать печку из сахара. И где мы этот сахар возьмем? Подожди. А ищу... Ладно. Хорошо. Хорошо, я понял. Так, дальше и Candy Wayne. Candy Wayne блок. Ага, все, отлично. Мы кое-что уже можем скрафтить. Ну, сейчас. Так, вот так. Дай палочки. Палочки сюда сложи. В этот сундук. Палочки, палочки. Ты слож... Другие палочки. Сладкие палочки. Candy. Да, сладкие палочки. Спасибо. У нас есть 8 палочек, и у нас есть уже 6 candy cane блок. И это у нас заборчик, который нам нужен. Все. Отлично, заборчик у нас есть, ребята. Теперь деревья. Нужно деревья порубать. А я один порубил. А деревом будем рубить деревянным топориком. Ага, с помощью Skyroot. Дай топорик. Сейчас я сделаю тебе. Быстро. Тихо. Пожалуйста, не нервничайте, вы же лаганый гличстон. Давай, вот вам. Быстро. Так, и все, вот сюда, оп-оп-оп. Сделаем оп. Еще чуть-чуть для себя. Мы тоже пойдем, наверное, порубим чуть-чуть вместе с Томом, да, Том? Он ничего не ответит, потому что он... Спер у меня, блин, питомца. В смысле, спер? Ты не умеешь... Да? Не умеешь приручать животных. Я даже не знал, что это животное. Животные. Фюрбук. Ладно, это, наверное, блок нам... Опять эти свиньи. Кстати, посмотрим, что... может, этот блок реально нужен для чего-то? А, стоп, мы можем сделать пудинг. Sugar Furnace. А печку делать... Мне жить в таком мире, а ты что, такой идешь, короче, жрать захотел? Да, но потом ты будешь с диабетом, это не очень круто. Furnace. Ну, извинись. Sugar Furnace, вот, Sugar. Лекорит. В смысле? Лекорит делается из... А, и в обычной тоже можно печки. Стоп. Обычная печь. Просто промолчу, вы посмотрите на это лицо. Я не вижу. Я не тебе говорю. Я понял. Но я не вижу. Лол, это не овца, это я даже не знаю, что это. Маршмеллоу. Все, у нас палочки есть. Ну, а как нам сделать печку, если она делается из лякарета, который делается в печке? Делается обычным, конечно. Но как нам обычно сделать? В смысле, вот эти обычные печки нам нужно достать? Камень тут есть? Надеюсь, есть. Опа! Первый наш победитель получает... Вау! Печеньки выпало с крипера. Обожаю этот мир. Тут крипер? Как давно я не видел крипера. Ребят, тут обычный это... Ну, печка. Поняли. Да, обычные камни. В шахтах обычные камни. Поэтому никаких проблем у нас не возникли с печкой. А то я думаю, чу, как... Так. Я, короче, добыл до хрена дерево. Зачем нам коко? Да они разные. Амеля! Давай там, заткнись, а. Легизора, ама бегизора. Так, отлично. Печка есть, ребята, у нас. Вот наша первая печка. У нас есть уголь, по-моему, где-то. Угля нету. У нас есть палочки, которые мы... В принципе, о чем мы должны жарить, чтобы получить печку? Я не знаю. А, лякарит, все, пошли за... подожди, лакарит, я думаю, можно и деревянной киркой. Так, деревянная кирка. Ладно, у нас нету немножечко дерева. Мы его делаем, мы ведь крутые парни, да, ребят? Мы ведь крутые парни. Оу, oh, е. Yeah. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Все, найс. Хилинг Стоун у нас будет, если что. Поесть можно всегда. Кстати, Хилинг Стоун у тебя есть? Да, я выложил его, по-моему. Ну, ты возьми чуть-чуть себе тоже. На всякий случай, мало ли там что-то случится. Так, все. Можно делать вылазку в шахту и искать ляку. Подождите, у нас есть? Стоп. Тут лантерн. Лантерн не работает. Крипер. Ой, здрасте. Careful. И меч выпал. Так. Ой. Вот это можно не трогать, просто рядом обходить. Здорово, здорово, пока, да. Угу. Ау, опять же предлагаю себе жениться. Так. Бывает, я красиво. Нет. Я люблю говорить правду в лицо. Так, вот. Хуниор, да, это, кстати, мед.
Пока можно, наверное, вниз, вниз прокопать, посмотреть. Может быть, там будет у нас, типа, уголь. О, уголь. Кварц. Чё так бежишь? Спасибо за кварц. Отлично, ничего нету, значит, придется вниз копать. Где мой занит пикекс? Нет. Плохая идея. Вот так. Все, спокойно копаем вниз, наткнемся. Кстати, в той шахте, в которой мы были, лучше бы вниз спуститься, там посмотреть. У тебя есть факела? Да. У меня есть получше. Я амброзиум факела. Ну, так они и есть. А, да? Ну, ладно. Вам так долго мы будем искать, поэтому лучше надо было сделать кирки каменные, и ты знаешь сам, как копать. А пока это будет немножечко сложно. У меня, кстати, уже осталось 22. О! Цартус кварц. Кварц — это самое крутое. Мы до хрена его пропустили, ты в курсе? Я знаю. Но мы это восполняем уже вот этой... Да. Сколько его здесь? Я не знаю, очень много. Мы сейчас... О, еще! И еще! Все, закончился. 18 кварца, ребят. 18. Охонер. Давайте возьмем. Вау, он сразу падает. Ну да. Болт? Что из этого болта делается? Стрелы. Факела. Ну, это считайте, типа, да, тоже. Уголь. А что лакарит, блин? Ну, типа лакрица получается, да? Или что это, ребят? Вроде лакрица получается. Это черная такая фигня. Тупая макрица. Лакрица. Это совсем другое. Макрица. А, знаете, что мы сделаем? Во, нашли. Так, подожди. Каменная кирка. Не ломается. Это лакрица? Ну, лакарит называется. Я не знаю, это лакрица или нет. Так я же его собирал вроде бы. Где-то он у меня был. Или я его выкинул. Явно я его выкинул. Отлично, 4 у меня есть, но нужно еще больше. Я могу тоже сломать. Нет, так не, это за нитого не надо. Ну ладно. Нужно как... Вот. У меня деревянная есть. Оп. Деревянная, конечно, мало, но... В любом случае, нам нужно, наверное... Можем еще скрафтить. Надо было еще точку на дом поставить. Можем скрафтить. Скрафтить? Ну, давай. Так, стоп. Обычный нужно. Или мы можем из маршмеллоу... Я сделал. Из маршмеллоу... А, из маршмеллоу можно делать обычные палки. А из этих обычных палок можно делать обычные кирки. Так, и что-нибудь выкинуть вот это нафиг. Все. Есть обычные кирки. Лола, почему у меня какая-то странная кирка? В смысле странная? Посмотри на нее. Чё? Вон она под твоим домом. Так. Цветок. А, потому что Skyroot. Это же... Ну ладно. Из небесного измерения. Ты что, забыл уже совсем, где мы путешествовали? Скример пришел. Скример. О, еще один. Они, кстати, с одного удара улетают. Это очень летающий. Так. Чё тут? Он там. Опять. Вот лакрица. Я еще тоже нашел. Вот лакрица. Я тоже нашел. Вон. Я тоже. А сколько надо? Желательно 16. Сколько? Но у меня уже есть 12. Поэтому мы уже практически выполнили план, который нам нужно было сделать. Оу, е. Здрасте. Так, здрасте, здрасте. Нету ничего, там есть только наверх поднимемся. У меня есть гравититовые? Уго, наверх поднимемся. Поднимемся? Мы... О. Ой, ну конечно, умник! Ты там можешь прыгать, а я нет! Таким... Дискриминация. Все потому, что я черный, да? Ну понятно. Да я не могу запрыгнуть! Получай. Все, я запрыгну. Ты должен страдать. Так, кстати, на свой дом. Он где-то здесь, да? Вот, кровать, все отлично. О, надо сделать точку... Хоум! Home, dear home. Все отлично. Ну, в принципе, мы можем обойтиться 12 этой херни. А что, не жарится? Я хочу пойти прогуляться. Нам нужно всю игру сделать. Так, подожди, а в обычной? Я же могу в обычной. Найди еще 3. Я сейчас приду, короче. Нам нужны обычные палки. В смысле? У нас все отлично. Не беспокойся, не беспокойся. Чё? Блин, Джонни. Да, я слушаю внимательно. Вода такая красивая. Вау, so beautiful. Я посмотрю потом. Пока мы сделаем лайткор, я блин, давайте. Лайткор, да. Это он, тот самый. Тут нельзя, мы, ребят, не можем древесный уголь сделать, или можем? Ой, лол, что-то потемнело. Как там, я забыл, как уголь. Как уголь будет по-английски? Кол.
Койл. Кол? Кол. Кол это же... Нет. Не кол, а кол. Коул. По-моему. Да. Нет. В смысле нет? Там как-то по-другому. Я забыл реально. Сейчас вспомню. Ну, не вспомню, я посмотрю тут, конечно, по крафтам тут где-то есть. Коал. Коал, да, все. Ну, я же говорил. Ты по-другому. Коул ты сказал. Коул это как будто имя какое-то. Нет, я так и сказал. Нет, не надо врать, пожалуйста, мне. Все слышали. Все слышали. Врунишка. Так, Джав Правдер. Шавый мишка. Шапет, какая-то фигня. Еще какая-то фигня, смелтинг. Моделяр трансформер. Ё-моё! Это все мы изучать будем, да? Зашибись. Я, кстати, не открывал книгу. Это очень плохо. А, кстати, по-моему, маршмеллоу можно, да? Нет? Сейчас посмотрим, маршмеллоу. Так, смелтинг, это понятно, жарко, обжарка, да-да-да-да. Да, скорее всего, маршмеллоу нельзя, ведь это... Ну чё это конфетка же. Чё, можем сделать уже... О, пудинг! Печку. Да, Sugar Furnace у нас есть, отлично. Вот наша печка. Солкать нельзя покушать. Так, и что у нас по квестам-то нужно было сделать? Зачем мы вообще-то крафтили? Так, Sugar Factory нам нужно сделать. Sugar. Sugar Factory. Что он нам дает? Так, значит, нам нужно 4 лайкор. У нас как раз будет 4 лайкор. Дальше. Candy... Все, мы сегодня скрафтим 2 Sugar Factory. Типа у нас будут... ну, сам понимаешь. Ну, угадай, что, что? Что у нас будет? Сахарные фабрики, дорогой друг, будем сладкоежками. В смысле, будем, мы уже есть, да? Я уже и так. Да, мы так сладкоежки. Все, ребята, у нас осталось подождать. Все у нас есть, и в итоге... Что-то вообще построений никаких нету. Что ты хотел? Так. Хотел найти что-нибудь интересное. Блин, забыл взять. Где... А вот, нашел, отлично, не думал, потерял. Так, это сюда. По бокам, надеюсь, нужно. И вот так. Нет. Кое-какую песню вспомнил. Так, оп, оп, оп. Все, 2 Sugar Factory, и ты можешь завершать спокойно квест. Я не могу завершить квест. Все, отлично. И дам на... Дабстеп! Пэт! Чего? Чего? Я не буду, ребята, использовать этот дабстеп, потому что вы на заднем плане так и дабстеп слышите. Да я использую. Нет, мы сегодня не будем это использовать. Сегодня не используй, где ты? Не используй! Только попробуй, серьезно, я тебя убью. Не используй, это мой питомец, во-первых. Во-вторых, открывай свою книжку. Да, конечно, мой питомец, ясно. Ну, так-то у меня выпало. Дай мне что мне подержать, чтобы выполнить. У тебя же есть книжка, нет? Книжка, причем мне эту вещь подержать надо. Не нужно ничего держать. Умник. В смысле не нужно? А, да, не надо. Вот что за человек? Постоянно выпендривается, а потом когда... Ну да, в принципе, так и надо было. Да. Что за говно мне выпало? Нафиг мне это надо? Что это? Помнишь мед? Зачем мне умывали? Ну и... А, я понял. Мы сейчас, по-моему, еще одно задание выполним. Он, кстати, просто так без энергии работает всякой. Это очень круто. Ребят, что мы это? Заодно... Блин, сели... мы заодно... Джонни. Че? Ну, писай сейчас туда, поймёт. Да? Обычный сахар? Стоп. Ладно, эмблему. Как делать Honey Emblem? Уже посмотрите. Я думал, получится что-то. Honey Emblem. Вот. Прикинь, Healing Soul нам, оказывается, понравился. Джонни, пожалуйста, не разворачивайся. Нет! Ну, строй. А, у меня дохрена дерево. А что ты от меня хочешь? Он, кстати... Больной, что ли? Блин. Ну, что за человек, а? Ты что ты хочешь? Он что за человек? А, он не человек. Ну, вот... Ну, серьезно, ну... Нам нужно реально обстроиться это все, потому что они постоянно будут... Уйди ты отсюда, тупой! Не трогай его! Теперь. Тихо. Животный. Я сразу увидел за километр этого идиота. Чего увидел? Ну, крипера только что ударил. А, еще один. Да. Все, пока сложу. Healing Stone мы не зря сделали. Нам очень сильно понадобится. Короче, нам нужно, ребят, сделать вылазку за медом. Мы вылазку за медом сделаем, наверное, перед следующей серией. А на этом, ребята, мы эту серию заканчиваем. В общем-то, ребята, спасибо, что смотрели эту серию. Не забывайте подписываться на наш канал, также ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlakeGK. И Гришном. Всем удачи.
Всем пока.